Живопись по-сырому. Делается рисунок, потом хорошо смачивается водой. И дальше набираете цвет кисточкой. Легко и просто. Зачастую можно и не попасть в точный цвет. Но за счет того, что краски расплывутся, объединятся, у вас получится симпатичная живопись. Конечно, выбирать нужно для того, чтобы писать акварелью по-сырому, такие предметы, такие формы, которые не имеют четкого контура. Ну вот дерево, листочки, ветки, гроздья цветов, букеты. Это очень удачно по-сырому идет работа. Вот я беру разные цвета. Желтый. Дальше. Охру. Красный. И тяпаю. Тяп-тяп-тяп-тяп. Все равно выйдет красиво. Краски сольются, и осень даст о себе знать. Ну, конечно, не забывайте о рисунке. Рисунок всегда должен быть у вас на первом плане. Рисунок – это роскошные ветви дерева, гроздья листьев. Вот в этой части. Ну, смотрите, очень просто. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик. И рисую веточки. Темнее форму придаю. Глубина, значит, более такой коричневый цвет беру. То, что ближе, светлее. И вот так. Потихоньку делаю работу. Конечно, смысл написания по-сырому – это передача нежных оттенков, нежного рисунка. Работа пишется по-сырому. Для того, чтобы плавно расплывались краски, нужно постоянно смачивать бумагу, пырскать ее водой, протирать кисточкой мокрой, влажной, и дальше набирать тон, цвет. Но я хочу оставить ее в нежном таком туманном варианте. Поэтому больших тщательных проработок я делать не буду. Еще частями где-то поработаю, показав ветки, ветви и вот эти листья желтые. И на этом будем останавливаться. Но пока еще работаю. Старое осеннее дерево. Акварель выполнена по-сырому. Это такая техника, когда много воды. Краски наносятся на влажную поверхность бумаги. Расплываются. Добавляются новый цвет, новые краски. И идет формирование рисунка. Здесь не все тщательно прорисовывается для того, чтобы сохранить воздушность, водянистость этой техники. Вот такое старое дерево. Работа выполнена акварелью.
Золотистая осень. Старое дерево осенью.